1 июня по всей России прошла акция «Здоровый ты, здоровая нация», к которой присоединился и Невельский район. В этот день на набережной по улице Победы для юных невельчан прошли веселые старты. Детвора приняла участие в конкурсе тематических рисунков на асфальте и в забегах с использованием спортивного и развлекательного инвентаря. Огромные лыжи, лапти, штаны и солнечная погода позволили окунуться в мир детства не только детям, но и их родителям. Также в рамках акции волонтеры организовали раздачу взрослым и подросткам буклетов о вреде алкоголя. Мы проводим акцию «Здоровый ты, здоровая нация», посвященную Дню защиты детей. Мы проводим ее на набережной, это спортивные старты. В нем принимают участие как дети, так и взрослые, всем весело, все довольны. И также мы раздаем буклет. Данный буклет может рассказать о вреде алкоголя, как с ним бороться и как помочь близким, если у кого-то имеется такая проблема. Ни один ребенок в этот день не остался без внимания. Все участники этих развлекательно-поучительных мероприятий получили сладкие призы, а также по порции вкусного мороженого, предоставленного компанией «Горняк-1». А сегодня день защиты детей. А что в этот день обычно делают? Празднуют. Да. Тебе сегодня понравилось мероприятие? Да. Что больше всего понравилось? Игры. Мы бегали в ластах и в трусах. Бегали. Что больше всего понравилось? В ластах. А мне в трусах понравилось. А теперь скажите, вам понравилось? Служба информации Невельских новостей.